Кисловодск. Сегодня приехали мы из Ессентуков. И вот я хочу показать, в какой мы оказались ситуации неожиданно. Так, попробую. Вот это жилище нам пытались сдать за 2700. То есть, когда мы на букинге бронировали, я потом ссылку в описании дам, что мы бронировали. Ну, номер на троих. И он утверждает, что там 16-17 метров квадратных. Хотя, я насколько помню, там 30-35, по-моему, что-то такое было. Вот, уже из Ессентуков мы позвонили этому деятелю, не побоюсь этого слова. И, ну, как бы заранее подтвердить бронирование. Он не подтвердил, а сказал, что там живут уже люди. Нормальный ход, да? И он предлагает нам вот эту вот квартиру. Сейчас я покажу, что он нам предложил. Вот это кухня. Вот такая вот ванная. Да, вот. Смотрите вот на это. На эту красоту. Красота немыслимая. Но единственное, что много кроватей. Можно поселить роту. Вот эти потолки шикарные, тут фотообои. Федя нашел бычок на кровати. Но тут все прекрасно. Первый этаж, пятиэтажки. Единственный плюс вот этой халабудии, что две комнаты. Там была одна, но не 17 метров. Что-то, конечно, он заврался. Товарищ еще предлагал за 1000 в аэропорт нас отвезти потом. Щедрое предложение. Большой балкон. Ну, тут вид на променад. В принципе, вид хороший, но вот все остальное нас не устраивало. И не устроило настолько, что мы хотели просто сказать до свидания, дядя. Но он понял, что дело пахнет керосином, начал уступать и, в общем, сбил цену до 2-300, 2300 за ночь. Но и то, как бы, мы с неохотой, но согласились. Исключительно из-за того, что вот здесь с вещами бежать куда-то искать жилище не очень-то сподручно, вот втроем тут оказаться и бегать не хотелось. Ну, ничего, мы обустроимся, конечно. Тем более Кисловодск большой город, красивый, тут есть где погулять. Вот район очень хороший здесь. Курортная зона недалеко от Колоннады. Кстати, он так на букинге и называется, на Колоннаде, насколько я помню. Но ссылочку я выложу, чтоб никто не вляпался в такую каку. Да, такие варианты бывают. Вот имейте в виду. Не знаю, буду ли я еще выкладывать видосы, потому что Wi-Fi тут тоже нет. Так что до встречи, может быть, по возвращению в Москву что-то выложу. Все, счастливо, пока.